Главный партнер проекта – сайт Android Core. Ссылка в описании под видео. Всем привет, с вами Дмитрий, и сегодня к нам на обзор попал симулятор паркура. Сразу скажу, что подобных проектов ранее я не встречал, поэтому он меня удивил. Итак, непосредственно перейдем к игре. Название игры Vector, разработчик Nike. Игра представляет из себя аркаду, где вам нужно уйти от погони, используя более 100 трюков. Согласитесь, немало. Также имеется много трасс, на которых расположены препятствия разного уровня сложности, будь то стена или просто барьер. Управление в игре интуитивно понятное и производится одним пальцем, что не может не радовать. Приятная анимация и графика делают игру еще более динамичной, и звуковое сопровождение также порадовало. Подводя итог, можно отметить, что игра получилась интересной и захватывающей. Советую всем установить ее на свое Android-устройство, тем более она доступна совершенно бесплатно. Вы смотрели видео на канале Android Reviews, подписывайтесь на наш канал, смотрите ссылки в описании и до новых встреч!